7 июля 2019 года в Баку в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Шики вместе с Ханским дворцом был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На это мероприятие было принято решение ежегодно отмечать 7 июля в Шики как День города. Чтобы узнать, как в одном из древних центров искусства и культуры Азербайджана готовится ко Дню города, моя коллега Шабнам Рагимова отправилась в город Шики. Все подробности у нее. Шабнам, здравствуй, мы тебя слушаем. Студия. Сегодня в Шаке отмечает День города. В рамках мероприятия в историческом центре организованы игры и разные представления, концертные программы, а возле старинных крепостных стен проходит ярмарка распродажи продукции местных производителей. Днем в комплексе «Мархал» пройдет продовольственный фестиваль. Вечером участники мероприятия увидят выступление ансамбля «Дериш» во дворе гостиничного комплекса «Юхары Караван-Сарай» и торжественное открытие музыкального фестиваля «Шелковый путь» в летнем театре комплекса «Мархал». Организаторами мероприятия выступили Государственное агентство по туризму и исполнительная власть города Шаки. Напомню, что именно 7 июля 2019 года Баку на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Шаки вместе с Ханским дворцом были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На торжественной церемонии, состоящейся здесь 7 июля 2021 года, городу был передан сертификат, подписанный генеральным директором организации о включении в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тогда же было принято решение сегодня, 7 июля, отмечать Шаки как День города. Отметим, что сегодняшний фестиваль продлится до 9 июля. У меня на этом все. Студия. Спасибо большое, Шабнам. Я напомню о праздничных мероприятиях, проходящих в одном из древних центров искусства и культуры Азербайджана в связи с Днем города Шиги, рассказала моя коллега Шабнам Рагимова. Продолжаем наш выпуск.